Такой привычный для подростков формат игры в тренинговом центре на набережной реки Мойки 2D имеет конкретные цели – научить их предпринимательскому мышлению и финансовой грамотности. Никаких лекций и теорий из учебников, только практика. Педагоги – действующие предприниматели. А организатор и основатель Ирина Мальцева была финансовым директором, топ-менеджером крупного холдинга, коучем. В бизнесе она более 15 лет. Используем игры. Специальные игры нового поколения, финансовые, трансформационные игры, где ребенок, они очень приближены к реальности, они отрабатывают здесь, по сути, свою стратегию. Я считаю, что каждый человек должен в своей жизни сделать профессиональную и финансовую карьеру. Кто-то будет предпринимателем, кто-то может художником, но лидерство и те навыки, которым мы здесь обучаем, они пригодятся в любом случае. Так, без потери финансов, экологично ученики могут понять, где они ошибаются в своих решениях, не допустить их или исправить логику действий. Как говорят педагоги, мозг не делает различий между игрой и реальностью. Такие методики в тренинговом центре применяют и на занятиях во взрослых группах. Родители и старшие учащиеся исходят из одной и той же логики. В их детстве и юности финансовой грамотности и предпринимательскому мышлению не учили. Сегодня такая возможность появилась, и упускать ее нельзя. Я сама являюсь предпринимателем и понимаю, насколько это важно именно с детства получить вот эти вот азы, получить именно возможность правильно мыслить и развиваться в нужное русло. Поэтому, собственно, мы сразу приняли решение, что дочь будет ходить в этот центр. Тренинговый центр по обучению финансовой грамотности и предпринимательскому мышлению, как говорят его создатели, первая ступень к мечте – проекту по созданию сети образовательных учреждений для детей нового поколения. У нас есть мечта с Викторией Хачатурян. Она руководитель группы компании «Благодарю». Мы с ней хотим на территории Пензы открыть школы для детей нового поколения. Мы даже придумали новое трактование ЗОЖ – «Здоровый, осознанный, жизнерадостный». Совсем скоро в тренинговом центре откроется летний лагерь для детей. Юные бизнесмены соберутся в хобби-клубе, чтобы запустить свое ивент-агентство и получить первый доход. Каждый день они будут развивать предпринимательское мышление, играя в финансовые игры, будут добывать ресурсы, продавать их на рынке, играя, запустят свою сеть платежных систем, а также организуют и проведут вкусную ярмарку. Вклад в будущее своих детей можно сделать по адресу набережная Мойки 2D.